нас очередной читер со свитчлагом. Легко вообще наблюдать за этим делом. Смотрите. Раз пропал, да? Раз вернулся. То есть чувак играет вообще с читом. И это у нас Хаше. Читом, значит, и мы будем читить, мы будем кемпить. Мы будем кемпить, потому что этот чувак здесь появится. Читер у нас пришел. Ага, он встал. Он просто сам встал. Либо у него адреналин, либо он тупо... Ну, то есть он читер. Смотрите просто, как он появляется, да, в разных местах. Красота, да? А без читов чувак играть не может. Ну что, нормально, да, вообще вот так вот, чтобы играли люди? Читер убежал, да? А вот он, читер, он убежал в хижину, ген типа починил и снова убежал. Он бегает с перком Дэвида ослабления, а бегает постоянно без усталости на спринте. Угу. У нас
нас там еще народ бегает. Так что мы побежим сюда. Зачем нам читер нужен? Зачем нам нужен читер? Ты у нас первый раз, да? Читер придет на помощь сейчас. Посмотрим, что он будет делать. Или он уже убежал. Ну вот ник Хаше читер, да? С ослаблением играет. Ну ему пофигу, с чем играть вообще. Разработчики ДБД, куда вы вообще смотрите? Почему читеров полным-полно в игре? Ну что, взять его мы не можем, поднять не можем? Или можем? Не можем, да? Поднять мы его не можем. Ничего сделать мы не можем. Ну чё, класс? Так, ну чё, сейчас посмотрим, на каком уровне был этот суф вообще, что у него было, почему он вообще так скакал, почему он такой резвый был. У него был перк Дэвида без сожаления. Да, у него есть перк Дэвида без сожаления, я пишу, что он читер. И народ... Кто-нибудь есть в чате вообще? Ага. Почему ты меня не мог поднять? Да потому что я не мог его поднять. Я пишу, что, ну, как бы народ пишет, пиши репорт. У меня есть видеозапись, соответственно, репорт я тоже сделаю. Вот. Ага, он пишет, почему я не мог поднять. Потому что он читит. О, нормально, у него пинг 1000. Тогда с какого фига ты вообще с пингом 1000 лезешь в игру? Кто тебя вообще сможет поднять, вообще поднять или повесить вообще с таким пингом? То есть, когда он снимал с крюка, у него пинг был нормальный, а когда он бегал от меня, у него вдруг пинг 1000 появлялся. Ну, да. Такой чит называется скиллуха, свечлаг, плюс он блинковал как Нурса, то есть это свечлаг, плюс он поднимался, он как бы этот... У нее перки есть амулет и дедушкин перк, который дает ему возможность
насколько я понимаю, один раз за игру подняться. Соответственно, амулет, по-моему, тоже дает возможность подняться, исцелиться. То есть, грубо говоря, если он за игру два раза исцелился, ну, хорошо, возможно, он использовал эти перки, но одолженное время, оно дается вообще, грубо говоря, если вы встаете сами, вы сами себе можете одолженное время дать? Или это только когда вы кого-то с крюка снимаете? То есть у него, получается, он вставал, и у него было одолженное время на самого себя. Ну, я не знаю, может быть, я что-то не понимаю. Объясните, как это работает. Кто знает, как эти три перка сочетаются и вместе работают. Но то, что у него была скорость бесконечная, без усталости, спринт, это тоже чит. Infinity Speed – это чит. В общем, вот такая вот игра была, такой вот читер очередной, их огромное количество в игре, но тем не менее. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео, всем пока!